Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр и Залим. Здравствуйте! И сегодня мы с Залимом хотим вам рассказать и показать сравнение двух колясочек от очень известной компании Annex. Наверняка вы знаете, о какой компании мы говорим, рассмотрите этот обзор. И мы сравним модельку AirX и AirZ. Как вы видите, коляски концептуально они одинаковые. Это коляски для путешествий, компактные, относительно легкие коляски. Вот. Но у них на самом деле и очень глобальные отличия есть, о которых вот именно мы хотим вам сегодня рассказать. Но все же, чтобы освежить в вашей памяти, что это за коляски, мы сверху вниз пробежимся по отдельным позициям и так их тоже сравним. Но внизу в описании в ролике будут обзоры и на одну, и на другую, отдельные подробные длинные обзоры. Поэтому, если что, можете там проходить, и ссылки на First Buggy тоже будут на них. Вот. Показывать будем так, сверху вниз, и в начале короткие технические характеристики. Напомню, Annex – это Польша, качественная Польша, если что. Вот. Производитель дает гарантию 1 год, вес у коляски с сиденьем 8,5 кг, а в Z? RZ весит 6,9 кг. Полегче, видите? Наклон, кстати, спинки в AirX 130 сидит ребенок, 170 лежит. Да, в AirZ чуть более сидячее положение, 125 градусов, и лежачее также 170 градусов. Угу. И очень важное отличие. С 6 месяцев, подмечу, с 6 месяцев до 3-4 лет. Да, а AirZ рассчитана также до 3-4 лет, то есть до 22 кг, но с самого рождения. Угу. Именно вот это отличие мы в конце ролика, обязательно досмотрите до конца, покажем. 49, кстати, ширина колесной базы у AirX. У AirZ самое широкое место будет 46 сантиметров. Угу. Так, ну и, собственно, начнем сверху вниз. Начнем с ручечки. У AirX ручка обита эко-кожей. Хват достаточно толстый. Мне нравится, очень нравится ручка, как сделана. Вот прям классно. Она не регулируется по высоте и наклону вообще. Да, у AirZ также не регулируется ручка, но материал отличается. Здесь из пениной резины будет материал, такой более мягкий, но, наверное, из-за кожи будет чуть поприятнее хват. Угу. Но опять же, это на любителя. Кто-то да. Вот очень любит такие ручки, кто-то вот такие. Да, материал очень практичный. Да, больше люди топят, поэтому так. Соответственно, давайте посмотрим козырьки. Козырек вот сейчас в таком стандартном положении. Если сверху вниз смотреть, оно по бампер, по сути, закрывает. У AirX есть опция, мы вот так можем открыть одну секцию и еще расширить козырек. Здесь у нас есть такая крышечка, такая вот москитная сеточка, как смотровое окошко. Вот, и есть еще под вот таким, под такой клееночкой тоже смотровое окошечко. Вот, собственно, регулируется без всяких там страданий, просто вот таким образом. Но замечу, что звучок небольшой, но есть. Кому это важно? Что у нас в AirZ? В AirZ здесь козырек стандартный из двух секций с дополнительным свесом. Здесь также для регулировки козырька никаких кнопок не надо отжимать, но шум практически не присутствует, шума нету. Так, в принципе, да, вот. Теперь давай с тобой сравним, каким способом здесь регулируются спинки. Насколько я помню, идентично. Ремешочки вот так вот оттягиваем. Здесь такая же схема. Все. Здесь в задней стеночке есть кармашек. Можно вот так вот открыть. И, соответственно, так, опущу пониже. И доступ вот такой вот организовать, чтобы было проветривание. А здесь, по-моему, с этим похуже. Здесь, делать. Если мы откроем секцию заднюю, у нас будет сквозное отверстие. Секции с сеточкой нету. Окей. Так, ну на то есть причина, почему сделано AirZ таким образом на самом деле. Да, чуть позже об этом скажем. Да, сиденье у нас в AirX немножечко повыше выполнено, чем AirZ.
Ну, на самом деле, разница есть, но это в реальной жизни не принципиально. Но очень рослый, если прям вот рослый ребенок, RX немножечко, мне кажется, лучше для этого подойдет. Пятиточные ремни с мягкими накладками, причем по-настоящему мягкие такие, прям накладочки есть и плечевая зона, и паховая. В RZ также пятиточные ремни, также с мягкими, с качественными накладками в паховой области и в плечевой зоне, но есть дополнительная подушечка для лучшей фиксации головы. Здесь нету. Что касается подножки, видно невооруженным взглядом, что у RX она чуть-чуть длиннее. Там да, у RZ сама подножка немножечко короче, но, соответственно... Ну, ее тоже хватает. Да. Вот, здесь у нас эко-кожа, там... Здесь из плотного текстиля выполнена подножка. Также хорошо будет чиститься, как да, и эко-кожа. Как показывает практика, вот эта ткань вполне себе легко моется, чистится. Ну и эко-кожа, ну да, влажной тряпкой протерли, собственно, и все. Так, что касается отличий, еще есть отличия в бампере, то в том, как они снимаются. Обит он здесь эко-кожей, как и ручка, и как калиточка, вот так можно откинуть и посадить ребенка. В RZ бампер обит текстилем и снимается нажатием на две кнопки. С двух сторон, то есть, снимается. Ну и, соответственно, с двух сторон обратно и устанавливаем. Ну, хочется подметить, легко снимается, легко одевается. Поэтому, в принципе, с этим можно спокойно жить. Да. Так, что касается рам и качества вообще в целом, и вот ощущения, какие коляски дают. RX собран очень качественно, вот прям реально добротная, крепкая коляска, вот я сейчас просто свои ощущения вам говорю. Она немножечко потяжелее, да, как мы уже говорили. Вот, в общем, не скрипит, не люфтит, ну, прям вот отличная сборка. Колеса у нас здесь резиновые, сделаны. Амортизацию сразу давайте я покажу. Она есть, соответственно, и спереди, и сзади. А что у нас с RZ? У Annex RZ колеса уже полиуретановые. И амортизация также присутствует на каждом колесе. И спереди, и сзади. А по сборке, вот что ты скажешь? Сборка здесь тоже очень хорошая. Здесь, конечно, чувствуется более облегченная конструкция, но это никак не сказывается на надежность коляски. Коляска очень качественно собрана, и это также чувствуется тактильно и визуально. То есть рассчитано действительно на крупненьких детей в том числе. Окей. Так, давай с тобой сравним сейчас багажники, потому что это практичность, куда без нее. В RX багажник мне нравится. Он здесь нормальный, полноценный, полноразмерный багажник, который имеет большой доступ. Основания здесь вшиты пластиковые пластины, чтобы багажник не провисал. В общем, все окей. А в RZ? В RZ тоже багажничек очень приличный. За счет того, что здесь довольно-таки большой доступ, чтобы положить что-то объемное. Объем самого багажника тоже достаточный для компактного сегмента. Здесь приличный багажничек и по размерам. И также присутствует жесткость дна, то есть пластиковые такие подкладочки, чтобы провисание было минимальным. Тормоз давай тоже посмотрим. На RX вот классный тормоз, самый любимый. Мы ставим на тормоз, нажимая сверху, и снимаем с тормоза, тоже нажимаем сверху. Не корябаем обувь. Да, у Annex RZ система тормоза схожая. То есть имеется в виду, мы, чтобы и поставить, и чтобы снять с тормоза, всегда отжимаем. То есть не пачкаем обувь. Так, и давай сейчас с тобой их сложим и посмотрим, как этот процесс здесь проходит и как они в сложенном виде. Чтобы сложить RX, нажимаем кнопочку и оттягиваем ручку сюда, толкая колясочку вперед. Вот, ее можно поставить под небольшим углом, она стоит. Annex RZ, чтобы сложить данную коляску, мы сначала поднимаем подножечку вверх, и после чего нажимаем кнопочку на ручке и вперед убираем. После чего поднимаем коляску. Коляска также будет стоять в сложенном виде и стоит даже более уверенно. Да, да. Так, раскладываем. Да. Собственно, мы с Залимом сейчас дошли до того момента,
до которого их можно было лоб в лоб сравнивать, пока функционал у них пересекался. Вот. Но у ARZ есть преимущество, которое ARX не дает. И Залим сейчас вот покажет вам вот эту опцию, которая есть в ARZ. Да, мы ранее говорили, что данная колясочка рассчитана с самого рождения. И для того, чтобы коляску можно было использовать для самых маленьких деток, нам придется сделать несколько манипуляций. Сначала снимаем бампер. Раскладываем спинку до горизонта, и наша задача снять текстиль. Это делается легко за счет того, что с двух сторон молния отстегивается. Этот каркас мы переставляем с обратной стороны и также фиксируем на эти же молнии. Чтобы она не ездила. В замочки надо еще попасть. Мы сделали это. Да, после того, как переставили блок, остается нам и переставить козырек. Я подержу. Да, на основании козырька мы цепляем в те же места, откуда доставали бампер. Крепление от бампера используется, да. Снимаем чуть-чуть. Да. Ну и вот этот свес аккуратненько складываем в кармашек, который находится на спинке коляски. Он в этом положении не реализуется, его нужно спрятать. И вот данная уникальная функция позволяет использовать коляску с самого раннего возраста. Uh-huh. И при этом коляска очень компактно складывается, рассчитана для использования и при транспортировке в самолетах. Ну, uh-huh. Уникальная функция. Покажи, что она складывается в этом же, да, положении. Да, козырек регулируется также в вполне приличных диапазонах, uh-huh. и складывается также компактно. Сначала складываем блок, а после чего убираем ручку, и вуаля. Uh-huh. Ну, собственно, вот кому нужна для путешествий колясочка с самого рождения, кто любит с ребенком путешествовать, теплые края. На самом деле, ну, 3-4 коляски вообще на всем рынке, кто что-то подобное предлагает. А чтобы это еще был хороший бренд, соответственно, выбор еще меньше. Поэтому мы очень рекомендуем, Залим, обратить на нее внимание, если вот вам в таком ключе нужна колясочка. Но если уже для постарше, тут уже стоит их посравнить уже, соответственно, обе, и X, и Z. Вы можете приехать с ребенком в магазин, в первую коляску, у нас 11 магазинов по России, и, соответственно, посадить, покатать, посмотреть, как вы в зеркале смотритесь с колясочкой. Вот видите, какие здесь модные расцветочки есть. Вот, поэтому мы с Залимом что хотели рассказать, рассказали. У тебя есть что-то добавить? Ну, резюмируя, сказал бы, что Annex ARZ, скорее всего, будет интересно тем родителям, которые ищут минимальный вес, и чтобы можно было использовать с самого рождения. RX, наверное, будет интересно тем родителям, которые рассчитывают использовать компактную коляску, ну, периодически и зимой тоже, потому что проходимость, на самом деле, на удивление, очень хорошая у данной коляски. Да, видели сами, как эксплуатируют зимой. И вправду, если более-менее расчищена, можно ездить. Вот, поэтому, да, она чуть-чуть поуниверсальнее в этом отношении. Ну и расцветки, по-моему, только у RX есть такие. Да, такие модные разноцветные, да, пришельцы называются. Пришельцы, такие расцветки, да. Именно в модификации RX. Ну, а так, палитра цветов очень богатая и в RZ, и в RX. Угу. В общем, ладно, мы подытожили, ссылки, напомню, на них в описании есть, и на отдельные обзоры есть, и на одну, и на другую, и на сами коляски в магазине First Buggy. Вы можете, кстати, по ссылке пройти, и точные, детальнейшие характеристики там будут. Ну, а мы с Залимом единственное хотим пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки, и удачи! Счастливо вам!